жаркого климата, такой как в Израиле, очень важно знать следующие точки. Сейчас мы остановимся на этом месте, где стоят машины. Здесь находится родник, с которого бьет чистая вода, горная вода. И в 45-градусную жару в Израиле лучше о таких точках знать. Она находится на 443-й трассе по дороге из Тель-Авива в Иерусалим. Сейчас мы выйдем и увидим это место. Прямо на трассе. Мы действительно видим, что люди здесь останавливаются, набирают воду. Тагили бакаша. Тадема за май майлу. Метаор. Окей. Ма хут мизе ата йода альзе? Ма? Хут мизе ма ата йода альзе? Клюм? Сундавар? Окей. Йом тав леха. Тада раба. Вот такой вот родничок, который бьется. Прямо из скал. Вкусная вода?